Потом мне тоже дашь. Слово для поздравлений гостей и участников праздника имеет глава сельской администрации Мурсалимов Миндавлет Мухаметович. Добрый день, хайырлы күн, уважаемые ветераны тыла и труда. Разрешите от имени администрации района, от имени администрации Зилаевского сельского поселения поздравить вас с наступающим юбилеем и пожелать вам крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего. Но правительство страны не забывает заслугу ветеранов тыла и труда и награждает всех ветеранов юбилейной медалью. Но в списке по Зилаевскому сельскому поселению у нас всего на награждение присуждается медалью. Награждается 66 человек. Из них 46 человек из села Ургаза, остальные по деревням нашего поселения. Разрешите вот засчитать список награжденных по Зилаевскому сельскому поселению. Это у нас Абубакиров Юсуф Гатаулович награждается, Абубакирова Асия Гайсаровна, Ахметова Зоя Хакимьяновна, Майназарова Шахида Тимурбулатовна, Байтурина Закия Хамитовна, Баскакова Анастасия Семеновна, Бикбаева Янгулбека Яватовна, Бурангулова Вадига Музагалеевна, Валеев Бухара Софиевич, Вахнина Анастасия Кузьминична, Гудамарова Клавдия Антоновна, Гумеров Хайбера Фахразович, Гумерова Янбике Гатауна, Гусева Любовь Николаевна, Задина Магира Ахметшинова, Задина Разифа Гатауловна, Ибрагимов Мубин Сагадатович, Ибрагимова Магинур Зайнуловна, Исхаков Фатих Хайбулович, Исхакова Мадихия Гатауловна, Исхакова Фарида Махияновна, Исхаков Шарифьян Муллахметович, Исангилина Бибегайша Сабирьяновна, Кадыров Вагиз Галиахметович, Кадырова Умыгульсум Маликовна, Казакбаева Салима Галеевна, Карманова Зинаида Федоровна, Кошкина Мария Савельевна, Магасумова Кария Миргалиевна, Медведева Анастасия Михайловна, Модина Антонина Кирсановна, Муралеева Нурикамал Виннатовна, Мусина Рахима Абдуловна, Назарова Антонина Михайловна, Насибуллина Рушан Калимуловна, Нигматуллина Сенмюар Ганеевна, Нигматуллина Минзифа Калимуловна, Нурдавлетова Фения Ахти Мамовна, Оренбургина Раиса Алексеевна. Казакбаева Сарима Галиевна. Так, Медведева Анастасия Михайловна.
Медведева Анастасия Михайловна. Хренова Валентина Васильевна. Хренова Валентина Васильевна. Гумарова Янбека. Готова. Янгазина Хамиля Магзумовна. Модина Антонина Кирсановна. Пелагина Анна Семеновна. Владика Мурзагалиевна. Абакиров Юсуп Гатаулович. Карманова Зинаида Федоровна. Яркымбаева Бану Мурзага Гарифовна. Исаков Пади Хайбулович.
Асадияновна. Хөрмәт икәйне. Юк, мы дальше. Байтурина Зәкия Хамитовна. Байтурина Зәкия Хамитовна. Шайхметова Кенгалова Ахмет Хановна. Шайхметова Кенгалова. Разбика Сабирьяновна. Ибрагим Мобин Сагадатович. Хабирьянова Гюльнара Хафизовна. Хабирьянова Гюльнара Хафизовна. Гумеров Хайвар Фахрадович. Гудамарова Клавдия Антоновна. Шаяхметова Магомора Сабирьяновна. Представляется председателю профсоюзной организации Ермухаметову Таврату. Ладно, уважаемые ветераны тыла, приглашенные. Действительно, у нас сегодня большой праздник. Вручение юбилейных медалей в честь 65-летия Великой Победы. Я от коллектива ООО «Ялан» я всех поздравляю с этим знаменательным датом. Желаю вам всем доброго здоровья, семейного благополучия. Всего доброго. Спасибо. Хөрмәтле ветерандарыбыз, сезне тагы бер мәртәбә ошондай матур байрам менән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Сезгә һаулык теләйбез, гаилә бәхете теләйбез, бала сагаларыгызны, дөнья-дөнья сәрдәрегезнең итгелеген, игелеген күреп, татулыкта, матурлыкта бергә-бергә яшәргә насип булсын.
һәм һәргә әзерләгән бәләкәй генә концертыбызны тәкъдим итәбез. Һезнең өчен Яйғыр ансамбльде башкаруында колхоз яшьләре бейеуе.